Подмосковье с начала года зарегистрировано более 52 тысяч браков. Лето и начало осени остаются самым востребованным временем для свадеб. В Московском областном дворце бракосочетания номер один в поселке Барвиха с июня по сентябрь заключили брак более 1000 пар. Работники ЗАГС отмечают, что средний возраст молодоженов увеличился примерно на 5 лет. Кроме того, в этом году стали супружескими несколько пожилых пар.